Вопрос о включении в амнистию так называемых политических заключенных, наверное, может рассматриваться Государственной Думой. Наша фракция «Справедливая Россия» этот вопрос не обсуждала, поэтому я сейчас высказываю исключительно мое личное мнение. Я считаю, что в частности по Пусси Райт было слишком жестокое решение. У нас есть не только гражданское судопроизводство, но, предположим, церковь могла предать их анафеме, да? И инкриминировать им такую жесткую статью, наверное, не следовало. Это такое было политическое решение. То, что касается узников Болотной, я тоже согласна с тем, что то, что происходило на Болотной, пока ситуация непонятная. То есть нам пока не доказали, что они виновны, да? Поэтому мы готовы рассматривать этот вопрос.